Здравствуйте, товарищи! Добро пожаловать на ТВ Джем. Джем не будем готовить, будем готовить тирамису. Тут у меня замечательная машина под кофе. Я включу, пусть делается у меня кофе. Возьмем одну глубокую посуду. Дала тирамису надо амаретто. Я люблю такой диссорано. Где-то примерно грамм 100. Давай добавим все. Будет лучше. Обязательно добавьте кубинский ром. У миксу с амаретто дает такой феноменальный вариант. Принадобится дальше яйцо. На такой большой противень я возьму 2 желтка. Не надо много яйцо, потом все получится слишком жидко. Добавим сюда 4 такие настоящие с горком ложки сахарной пудры. Включим миксер, пока у нас не получится такая хорошенькая белая масса. Нам и нужен маскарпоне. Потихоньку добавляем маскарпоне к сахарной пудре. Снимем и так немножко сделаем с нашим веником или мутилком. Все это вылием сюда. Это выложим в сторону. Добавим 2 хорошие ложки сахарной пудры. Если будете взбивать сливки, чтобы это все было как надо, значит хороший KitchenAid, он может взбить даже и литр сливок. Желательно, чтобы вам сливки были холодные. Потом ставим такую штучку защитную и сразу на самую максимальную скорость. Пока делаете это все, получается, когда плаваете на море. Посмотрите сюда. Это новая технология, как упаривает кубинский 7-летний выдержанный ром вместе с амаретто. Первая партия сливок у нас готова. Если будете делать это на каком-то домашнем миксеру, тогда вам надо это дын-дын-дын, рука болит и так дальше. Поэтому я вам рекомендую такую штучку. Просто все это смешайте. Вместе с маскарпонем, просто как тесто, чтобы получилась такая хорошая уедначенная масса. Возьмете одну лопату и как чищение снега. Сделайте один маленький слой, на который будете добавлять потом печенье. Сейчас идет очень такой важный момент. На алкохол добавляете горячий кофе. Когда добавите горячий кофе, алкохол идет на пару. Это значит, что с нашим тирамису могу питаться и дети, и водители, и все остальные, которые что-то там алкоголем по жизни как-то не идет. Здесь такой прекрасный аромат. Жалко, что телевидение запах не приносит. Сделали смо слой. Печенье называется савоярди. Его не надо замочить и держать внутри, потому что оно развалится. А просто так. Кофе, конечно, должен быть холодным. Сделали смо первый слой. Сейчас это добавим наш крем. И желательно да это везде так выкладывайте ровно. Если вы печенье делали так, сейчас идем наоборот. Это очень важно, потому что когда будем резать наши тирамису, оно не будет разваливаться. Сейчас мы это все сделали именно так. Это надо все сделать ровно. Я когда был маленький, я это любил. Сами последний штрих – это какао. Возьмете сетку понемногу. И тирамису надо положить в холодильник на где-то примерно 24 часа, чтобы внутри смешались все запахи, чтобы внутри получилось то, что надо. Ну что, в холодильник пойдем? Через примерно 24 часа наши тирамису уже пропитался. Порежете такими кубиками. Первая кубика, товарищи, всегда идет сложно, пока не сделаете места. Одна будет некрасива, есть один я или ты, а все остальное можно угощать кого удобно. Ножом со стороны сделайте обязательно, чтобы кусок мог легко да вытащиться, да не ломается. Опа! Посмотрите. Следующий намного легче идет. Возьмете немного какао, украсьте тарелку, украсьте тирамису. Это, наверное, лучший рецепт тирамису, который я попробовал. С вами были KitchenAid, TV Jam, Серж Маркович. Спасибо вам и до свидания.